привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили и... Голодная Асквацима. И сегодня мы снимаем для вас очередной челлендж. Сегодня у нас с вами будут крабовые палочки. И кто съест больше? Давай будем честно считать. Начнем. Обожаю. Моя бабушка меня убьет, что я ставлю руки на стол. А, смотрит наше видео? Да. А, подписан на меня? Угу. Меня захейтила моя мама. Да, кстати. Она, конечно, преувеличивает, шучу. Она написала мне, что доширак это вредно. Родная мать. Обычно родители пишут хорошие комментарии. Один я съела. У меня второй. Второй. У меня есть видео на моем канале, где я ем 120 крабовых палочек. Поэтому я думаю, что я тебя порву, детка. Как тузик грелку. Я думаю, что это неравный бой. Сколько там всего? Сколько пачек? 4 пачки. А в одной пачке сколько? Не вторая. Как не знаю? Я не посчитала. На упаковке написано, посмотришь в магазине и напишешь видео. Не ждите, короче. Не ждите. Третий пошел. Когда съедим, узнаем. Как она, интересно, ест их? Я всегда так ела. Пишите в комментариях, кто тоже так же ест. Вот так вот. Расчленяю их. Они такие вкусные. А реально, они так легко открываются. Ты не знала? Знала, но так невкусно. Не так вкусно. Интересно так. Это у меня третья, у тебя какая? Да? Четвертая. Я с утра ела кашу с фруктами. Потом еще раз кашу. Мне надоело каждый раз сушами проигрывать тебя. В этот раз ты поймешь. Что такое Айка Эмери? Кто такая? Я голодная, так что не факт. А вы остановите видео и ставьте, делайте ставки. Пятая. У тебя тоже пятая? Угу. А вы считайте. Просто когда я ем, мой мозг не так хорошо соображает. То есть, когда я голодна, весь мой мозг направлен на то, что поесть. Он такой фуэл, как в играх. Когда у него садится зарядка, там заканчивается жизнь. У тебя пятый, у меня шестой. Шестой. Это неравная схватка. Она съела 120 штук. Восьмой. Какой восьмой? У тебя шестой, у меня восьмой. А до этого седьмой был? Да. Седьмой. Это ограниченное количество, так что... Может быть, и ничья. Она решила дать мне фору на первый раз. Девятый. Лучше ты мне этого не говори. I don't wanna know. If you blame me, please don't let it show. Пока ты там не снимаешь видео, я тренируюсь. Я снимаю. У меня вчера вышло видео. Кстати, обязательно подписывайтесь на канал этой лохушки. Ссылка будет в инфобоксе. Это какая была сейчас? Восьмая? У тебя восьмая, у меня девятая. Я съела уже девятую, это десятая. У меня запас. Десятая.
А это тебя. Видите, я даже не запиваю. Настолько она любит эту еду. Обожаю крабовые палочки. Если вы тоже любите, то пишите в комментариях. Ну, это очень вкусно. Мы всегда их покупаем для салата. В салате я их не люблю, если честно, но не особо. А так очень вкусно. Ты меня подсадила. Мы друг друга подсаживаем на разные вещи. Как бы это плохо не звучало. Но это нехорошие вещи. Ладно, на что-то полезное подсаживали бы. Ну, это не так уж плохо. Ты знаешь, что здесь нет краба? Да ладно. А из чего они сделаны? Из какой-то рыбы. Из рыбных отходов. Да ладно. Ну, ты просто что? Хочешь испортить мне аппетит, не получится. Отходов. То, что не идет на консервы, то идет так, как так. Ну, в общем, это не крабы. У меня 12-й. У тебя? Для 10-х. Нет, подожди, 11-й, по-моему. Я после тех двух взяла еще одну, значит, это 11-й. Если нет, то 10-й. 13-й. По-любому. Ты меня демотивируешь. А так? Мама меня обижает. Ты дурная. Сдайся по-хорошему. Я хочу есть. Нужно соперника пугать. Смотри, как я умею. Гениально! Как ты это сделала? У тебя еще есть способности какие-то? Коротко о моих способностях. Я много ем. Не смеши меня, а то тебе придется снимать видео только одно. Это был 15-й, 16-й. Я уже сбилась. У меня 13-й, по-моему. Не путайся, тут челлендж. Ты считаешь потом. Точно не 16-й. Как это вкусно. Мне просто знаешь, что хочется сейчас сделать? Как ты думаешь? Так, как я, за мной повторить. Нет, мне хочется сделать... Ты меня подсадила, Айка. Это для меня семечки, я 120 штук съела. Айка, как же это вкусно. Зачем я раньше не делала этого? Чего меня? В последнее время у меня такое странное состояние, постоянно хочется смеяться. Пока ты болтаешь, я беру там, какую я не помню, правда. Посмотрим видео, пересчитаем. 17. У меня еще есть шанс. Если она еще тут поболтает немножко. Да. 18. Ты говоришь, сколько на упаковке? Сейчас понятно будет, сколько. У тебя 14, по-моему, да? Вряд ли, наверное, 15. Надо было считать. Когда я ем, я тупее.
все мысли направлены на вкусняшки. Я даже не запиваю, господа. Теперь я поняла, этот салат, который я не люблю, портит этот кукуруза, а не крабовые палочки. Они плохо сочетаются. Ну, хотя, может, кто-то любит этот салат. А я поняла, про какой салат ты говоришь. Да, она тут с утра хвастается, что не пьет. Я как бы не пью все предыдущие видео. А это я просто мало себе налила и до видео глоток выпила, не помню. Не шути со смертью. Даже ты съешь, если даже съешь эти две, все равно я выиграл. Угу, все равно хочу. Очень вкусно. Особенно вкусно, вот, когда вот так ты разъединяешь, делаешь вот так, потом вот так, потом вот так. Их можно вот так, смотрите. Я с утра что говорила? Вот про это. Прям так можно, смотрите. Ой, ну они отклеились. Я хотела, чтобы сплошная была. Очень вкусно, очень. Не знаю, с каким счетом я выиграла. Где-то 2-3 или, может, 4 штуки разница. В процессе монтажа я вам посчитаю и напишу здесь. Ты можешь считать с тех пор, когда я 2 в руку взяла, там я точную цифру помнила, а потом уже сбилась. Там было 9, так я сказала. Было так вкусно, спасибо, Алька, ты накормила меня. Теперь можно попить водички. Я после еды не пью. В этом челлендже выиграла я. А утешительным призом для Ask Fatima будет то, чтобы вы подписались на ее канал. Ссылка будет в инфобоксе, ссылка будет закреплена в комментариях. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наши каналы. Мы вас всех очень любим, спасибо за внимание. Спасибо, что были с нами. Пока.